Всем привет, друзья, с вами Дженикус, и это небольшое видео о списке запрещенных мувов для нового патча 1.25, который вышел буквально сегодня. Этот патч весом в 9 гигабайт, по сути, разрешает кастомные мувы в турнирном режиме, в том числе и Combat League, которая еще пока что не закончилась. Можно уже отыгрывать при помощи этого патча и при помощи кастомных абилити. Но есть список кастомок, которые не разрешены в турнирном режиме. Их немного, и это, как правило, самые поломанные. Это следующие мувы. У Диворы это королева жуков, то есть, когда ее убивают, она воскрешает в виде жука. У Фрост ядерная ловушка, мув, который замораживает противника, если он попадает на ледяные лучи. Основа для фреймтрапа. Фуджин, струйный поток воздуха, улучшает его нормалы и, естественно, меняет фреймдату. У Гераса два мува, упрощение и свободное время, то есть он может увеличивать таймер. А также пробуждение, что дает ему возможность воскреснуть после смерти. Робокоп. Обманный выстрел. Проджектайл, когда робокоп стреляет в экран, и от экрана пуля отлетает в противника и бьет медом. Скарлет. Сгусток крови. Неблокируемый мув. Когда он попадает в противника, то противник не может канцелить стринг серии и нормалы в спешалы, а также не может использовать свой метр. В том числе и для брейкавея. Синдел. Королевская аудиенция. Усиление. Мув, при котором Синдел в левитации может стрелять. Соответственно, они его не починили, но просто запретили. Сабзира. Ледяной покров. Та самая неблокируемая лужа. И у Терминатора два мува. Это уничтожение, его армор, который работает очень долго. И эндоскелет, который позволяет ему воскрешать после смерти в виде эндоскелета. Все остальные мувы разрешены. Подробнее мы рассмотрим патч чуть позже, когда выйдут непосредственно патч-ноуты. Всем спасибо за внимание, пока!